Выкинул? Ха-ха, блядь. А что это, блядь, с генсухой, блядь? Шипокляк, нахуй, это, блядь, как ее, блядь? Мама спит с мальчиками? А мы обычную карту... Подожди, подожди, да-да-да, сейчас, подожди. Что? 5 на 5. Что она сказала? Что? Я подводила опять. Не, я Аляшу на тебя. Она тебе... Опа, блядь. Она тебе на голову села, слышишь? Аляша, ты можешь мстить, слышишь? На улицу мы, конечно, не видим. Серый пацан! Гена пацан! Лена пацан! Шо? Что спросили у тёлки вначале? Спит ли мама с пацанами? Спасибо. Хорошо. Коля! В данный момент под вопросом. Куня, не неси. В смысле? Хочу оливье. Фу, это что? Ебанутый, блин. Да у тебя там грязно было. Все в сперме, блядь. Андрюха, как всегда, обдрочился, блядь. Ха, дебилушка! Ой, блядь. Ясно, хуй с тобой, да иди ты в жопу. Еще раз, посынтрайся. Как, давай! Давай, давай на кулачках! Давай, давай, мразь! Бля, я бы поебашился, слышишь? Слышишь меня, мразь? Давай! Понял, блядь! Как со мной шутить, падла, блядь! Блядь, по-моему, твоя руха хуёво держит. Не бей, 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 бей. Я на вагоне стою. Все, у вас вообще лох, блядь. Ну, такой не нормальный, в принципе. Отъебите его кто-нибудь. Чел нормально играет. Погорячился. Тебе ты представляешь вот так? Ебать, хуй торчит, что ли, блядь? Блядь. Спасибо, нахуй! Вот так, блядь! Вот так, нахуй! Ну нихуя ты раз заходил в эту игру, блядь, это уже не важно, блядь. У нас критерии. Мне в ногу дали, блядь. Пизду, блядь. Я себя в рот ебал, блядь. Правильно, блядь. Эту игру, блядь. Не отдамся, нахуй! Ой, блядь, нас еще хочу, чтобы Кровли за меня поиграл. Бля, я хочу себе команду Кровли, Зарквов, блядь, Ванес, чтобы просто балдеть. Андрей, серьезно? Я себе хочу Кровли, Ванес, Зарк, Макриски и я, блядь. Команда просто балдежа, блядь. Так в смысле, Макриски хорошо играет. Ну да, ну ёбок. Это я в Санкт-Петербурге. Кстати. Нихуя грудные мышцы, блядь, смотри, блядь. Ебать, плечистые, блядь. Там пыли пиздец. Еще справа какой-то комок шерсти, блядь. Ну нихуя ты дурали закинул 30 рублей. Соси хуй, эй. Не знаю, дядь, не знаю. Два хуели! Алло! У нее. Потому что... А каравай пойдет в КС? Отечественная война 1812 года. Война между Российской и Французской империями на территории России в 1812 году. Причинами войны стал отказ Российской империи активно поддерживать континентальную блокаду, в которой Наполеон видел главное оружие против Великобритании. Это отмена любых политических отношений с Великобританией. А также политика Наполеона в отношении европейских государств, проводившаяся без учета интересов России. То есть Россию, короче, опускали, ей не понравилось. Вот так вот, если кратко. Дядя, он уже 500 рублей, кстати, потратил на два сообщения. Представляешь, блядь? Я слышу, я сегодня в шоколаде, дядя. Вообще просто миллиарды. Кстати, никто донат на 1000 не... Нет, слышишь? Слышь? А что у тебя на 1000? Я не рассказывал еще. Спасибо. Да не, обычный донат. Та с ТикТока же вся хуйня. Мразь. Подпишись обратно! Рома, привет! Вы чё? Вы, блядь, неадекватные, нахуй! Сейчас просто ты сейчас ебал. Да чё? Пошли нахуй! Нам, блядь, шесть человек! Отписывайтесь нахуй от неё, блядь! Правильно, блядь. Все, сдохла хуйня. Ебать, вечная память, нахуй, конторе, блядь. Вечная память, сука, говно, ебаное. Бустер, ты замученный, бустер. А что такое? Почему? Вечная память, говно, блядь. Беды. Что за хуйня? О, блядь. Что такое? Почему? Вечная память, говно, блядь. Что? Да. Вечная память, говно. Блядь, это бисикс.
Это Бисикс в видосе. Да блин, типа лол, я сижу, думаю, типа, что бы интересного придумать на донат, и вот такая вот хуйня какая-то получается. Короче, пишите предметы, которые вам еще рассказать, так буду закидывать иногда, рассказывать вам какую-то краткую сводку с каждого предмета. Ваня, сколько слотов еще есть? Что дальше? Матеша русский. Матеша. Может, географию? Матеша. Давайте выбирать. Русский. Расскажи нам про пестики и тычинки, блядь. Спасибо за 250, заебал. Пницу ебаному, блядь. Все. Потому что... Не, подождите, в кальяне же булькает. Там типа... Девочка, блядь, посмотри нахуй сюда, блядь. Нормальная бутылка, блядь, вот она нахуй. До стрима надо выпить. Слышь, Вадя, я хотел спросить, для Зена будет слот или не будет? Кого, блядь? Для Зейна. Зена, блядь? Зен — это, блядь, деньги в Монлайн, блядь. Понял? Блядь! Где деньги, Лебовские? Где деньги, блядь? Вот, слышь? Хуета, у меня 5 литров. Как это 5 литров, долбоёб? Чё, бля... десаута берём? Кто это? Серёга. Но он только за тебя, слышь? В смысле, почему? Потому что, блядь, твой ёбрь. В смысле, почему? А сколько он, кстати, на... Давай не будем, блядь, как он отыграл, блядь, давай лучше опустим этот момент. Он плохо, да, отыграл? Вообще донный, блядь. Смотри. В смысле, 22-26, вот он показал вообще-то. Смотри, его один раз точно зарезали, по-моему, два, если не ошибаюсь. Эвилон, ты был на четвертом месте, а он на втором. Чё ты пиздишь, блядь? Я тебе реально говорю. Где, блядь? 15-15, это Мираж. Пиздишь, вот. Блин, пиздишь. Я тебе реально говорю, смотри. Я какой? Блядь, а вдруг у меня сейчас опять вылетит с КС, я ж повешусь нахуй. Да, поэтому давай не играй, давай смотри ТикТок. Да, я вылетел тогда, я же вылетал тогда. Что мне скинуло свои голые фотки? Ну смотри, я тебе в чат кинула, смотри. Так, конечно, я не играл, блядь, тогда нахуй. Да когда ага. Это была единственная игра? Нет, это была не единственная. Нет, я и следующий потом вылетел нахуй. Что? Давайте, пошлите ебашиться, слышишь? Генсуха, пошли ТикТок, нет, ТикТок один на один, слышишь? Нет, я не буду в твоей команде, ты... Давай ТикТок один на один. Я не так. Знаю, кому предлагать уже, блядь. Забив один на один ТикТока, начинаем с утра. Кто дольше просидит? Кто дольше просидит? Каждый час челленджи. И в конце кто проебывает какой-то жесткий, ну типа какую-то жесткую хуйню. Не на деньги, потому что у тебя их нет, блядь. А типа в конце какой-то пиздец вообще полный. Ну типа там, блядь, я не знаю, сесть на дилдо и прыгать кругами. Просто 6 кругов кукарекать. А в разные дни мы будем это делать? Одновременно вы садитесь. В смысле? Одновременно? Ты представляешь, сколько у тебя актива, кстати, будет? Это же вообще пиздец. Вау. Нет, просто... Он у тебя, блядь, весь будет, так что успокойся. В смысле? Ты должна думать на будущее, блядь. Ты понимаешь, сколько людей к тебе зайдет за это время? Да посмотреть, брат, что за... все будут. Не, блядь, она вообще не понимает, походу, нихуя, блядь. Сидела недавно с 300 онлайном, еще и выебывается до сих пор, представляешь? Каково? Да ты вот недавно сидела, тебя 300 человек смотрело, блядь, сейчас по 2000, нахуй. Ну что, это что, плохо, что ли? Го, модестал. Модестал их двое, блядь, а я один. Хотя, мне кажется, их один разъебу, слышь? Ну давай, а когда? Ну нихуя ты, дуралей, закинул 30 рублей. Слышали? Спасибо. Я только про модусу сказал, блядь, сразу. Давай, когда? Да нет, можешь и модусу назвать. Да, чё, да. А у них же побольше зрителей, они же попопулярнее, их как бы выгоднее позвать, понимаешь? Да ладно, я же говорю, типа, можешь типа меня не звать. Типа, ебать, вы послушайте, что говорит. Ебать, вы послушайте, что говорит. Я ей предложил... Все, да ясно. Ладно, можешь меня не звать. Блин, скажи, пожалуйста, хотя бы приблизительно, как думаешь, какой процент скидывает скрины в ВК-группу? Я думаю, мало. Алло, мужики. Да нет. Заходите. Показалось. Алло, мужики, одна тёлка. Пиздец! Ты что сделала? Мы будем нормальную карту? Не игра зависла, потом отвисла опять. О, сегодня же день. Вообще. А кто такой Хику?
Он заебал, он уже просится целый час, блядь. Да, заблокируй. Берите, возьмите меня, возьмите меня, дайте мне слот, блядь. Не обращай внимания, заблокируй. Хику, блядь. Или победы. Или день мужиков. Победа мужиков 23 февраля. Ебать, да, бицуху. Типа я говорю, я тебя не знаю. Вот это нихуя себе. Он говорит, типа, Вадим меня хочет взять. Вот так я его хочу взять. Подожди. Вот так еще. Хорошо. Тоже рабочий. Вот так вот. А почему все его обижают? Это же, ну, неприятно. Зачем? А ты-то должна знать, по сути. Ну нихуя ты дурали закинул 30 рублей. По факту. Соси хуй. Отличный день сегодня, 23 февраля. Бабы. Бабы. На нахуй по жопе, блядь, слышь. Вот это да. Все, день отпраздновал, все. Блядь. Победа. Нихуя не понимаю. Кирова бери, пишет. Кто так, Вадя, вы сейчас будете сейчас. Да, мы сейчас собираем. Давайте собираемся через 8 минут. Зайдите в Дискорд, кто будет играть. Все, тогда я кто такой Тахиров? Я досмотрю ролик и пойдем собирать. Боже, блядь, Динсуха. Что это за хуйня? Да я не знаю, я только Джамала знаю. Все. Вот это что за... Да, Серёж! А, вон Хику сидит внутри. Я в таком прикиде был внизу, точнее. Ты дурка, понял? Хику. Я мафиози, блядь. Мне похуй. А что говорят? Нет, реально вот такая дамочка. Ля какая. Ля какая. Ля какая. Здрасте. Пацаны, куда я? В дурку или в ментовку? Да, Серёж! Что, на тебя либо как вор, либо как сумасшедшего. Ну нихуя ты дурали. Да мы смотрим твои моменты, блять. Это вообще кринж полный. Да нормально, чё. Ну да, там немножко кринж, когда... Ну нихуя, ты вот немножко? 30 рублей, соси хуй. Ну чё, реально, я просто смотрела на камеру, тут смотрела пиздец, как... пиздец кринж. Ну типа я я смотрела просто, как мне подходит халат, не подходит... Вообще подходит, вообще идеально. Серёж! В дурку. В дурку идеально. А ты прям на стример переодевалась? Прям голая стояла, что ли? Да, блядь, да. Это тебя что? Интересует больше всего, да? Конечно, блядь. Я бы туда даже на стрим зашел, блядь. Бля, мне жалко просто этого человека, блядь. Как ему так не... Да. Я не понимаю, блядь, за что, нахуй? За что ему просто это? Я не понимаю, блядь. Что он такого в жизни делает? Это, возможно, за то, что он PUBG играет, блядь. Так это смешно. Здравствуйте. Пошли в дурку. Поехали. Самое главное, знаете, что не затухнуть, блядь. Не затухнуть и просто, блядь, оставаться тем, кем были вы вчера. Я все-таки, блядь, таблицу показываю. Правильно, а если вы остались тем, кем были вчера... Если бы тебе так не повезло, я бы тоже пиздил, блядь. Что делать, остается нахуй. Мага, ты будешь играть тоже? Блядь, да сейчас уберем. Сейчас я в дозу смотрю. Ну, мага сладенький. Я топлю за это просто. Моя свобода, моя радость. Да мне тоже на 30 рублей заебало уже. Зачем ты все стесняешься? Пузырь, блядь, у тебя есть маска? Ага. О, GTA RP контент. Я тебя слышно, слышно, Андрюх. Сейчас будет смешнявка, кто-то кого-то собьет. Алло, бля. Ну, меня не слышно. Меня слышно? Блядь. Меня слышно? Меня слышно? А меня? Блядь, меня не слышно. Да, тебя слышно. Меня слышно? Алло, меня слышно? А меня слышно? Да, слышно. А меня? Меня слышно? От тебя? Тебя слышишь, да, меня. Короче, все, всех слышно. Короче, слышишь? Блин. Окей, делай паркур жесткий. Да, покажи скилл. Вот вам, красава, каравай. Нравятся такие, как Ксюша, ну, в плане, вот, они, ну, типа, мясистые, блядь. Да они мясистые, иди нахуй. Нихуя ты дурали, закинул 30 рублей. Соси хуй, эй. Мясистые, блядь. Спасибо, Sims Game. Блять, мясистые это плюс. Все пацаны любят, чтобы попка была жирная. Нет, подожди, такая, ты просто потолще, говоришь, блядь, ты говоришь мясистая, ее. И все думают, знаешь, вот как раз таки про ту, блядь. Нет, блядь, я говорю мясистая, и все думают про кабана, блядь, питона. Кабана, блядь, закинул 30 рублей. Вот чем проблема. Сейчас подержи. Свиная, блядь, ты. Да я возьму строго за себя, и потом весь мусор просто в анне, блядь, там. Кровля обязательно нужна, блядь. Ёбаный в рот, блядь. А Айсу можно позвать? Ну я не знаю, сколько у нас людей, просто. Приехали, блядь. Пиздец.
Ну если чё, айсу. Куда ты села, блядь? Алло, нахуй. Высади с вас сына. Блядь! Да не, Вася, там был охрана пятерочки, чтобы, блядь, с такими, блядь, похищениями, блядь, нам, блядь, в пятерку работать, нахуй. Да на тачку не заглуши. Алло, блядь. Алло. Что это за пиздец вообще? Пока и обратно подсоединяй. Ну вот как это могло произойти? Я, блядь, я не понимаю просто, как это происходит. Что это было? Почему, вообще? Блядь, она залипла, блядь? Я просто, я по ней даже не бил, блядь. Как она, блядь, залипла, блядь? Говно, блядь, ебучее. Ой. На ой, нахуй. Вход в офис, блядь, блядь. Вход в офис, блядь. Ебать, взломал, о, нахуй. Отлипла, Майкрософт, блядь, пиздец, блядь. Помогло. Она отлипла, ребята, блядь. Она отлипла, блядь, говно ебаное, блядь. Вот как надо отлипать клавишу ебучую, блядь. Красава, блядь, просто похуярил по клавишам. Все клипы, стрим нахуй удаляется. Всех, кто был на этом стриме, сука, все в тряпочку позакрывали, сука. Захлопнули пасти. Никто не видел, Почему, что Андрей я, Панин. Блядь, смотрел нахуй стрим Навального. И кто-нибудь ляпнет нахуй где-нибудь в публичном месте, я вас всех разъебу, найду. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не говорите. Россиян. Меня Путин трахнет. Этот, как он называется, круги по фонтанке должны пропустить. Блин, стрёмно выглядело. Что у тебя с глазом? Он вывалится, что ли, сейчас должен был? Бля, нихуя не понимаю, ебать, это я такой тупой? Или клипы какие-то непонятные? Бля, давайте лёд вылазим. Нет, всё, ладно! Нет! Ну, старый просто разобьется, блядь. Это его коронная фишка. Я хотел бы стрелять, блядь. Еще и успевал что-то хотя бы. Это нереально, чел, это нереально. Либо я буду таким чел, как Манграл, блядь, который просто будет нарезки со своим. Я запарился уже. А нахуй ты вот это делаешь? Да так там нормально, он всегда прыгает, я не знаю, это хрень. Бля, старый такую хуйню делает постоянно, он просто разбивается там постоянно. Почему блядь. Он отлетает? Ну это, блин, это уже становится, ну, смешно, а тупо. Да ладно, блядь. От каждого дня стоит 10 рублей. Нормально, привет. Делай, блядь, ложку не возьми, блядь, мне в глаз попало. Я не буду убираться. Я тоже не буду. По-моему, ты не тот сыр взяла, Ксю. Это кусок спермы, блядь, мне кажется. Да это порошково, нихуя не острый. Чё-то вы долго, ребят. Да, вообще безвкусный. Как? Ты хочешь убрать туда оттуда? А, вот как анигири делается. Смотри на неё. Ролл, пиздец, ну как, почему у нас не получилось ролл сделать, я не понимаю просто этой хуйни. Блядь, пиздец. Ты спробовал, да? Ты думал, я ропнила, блядь? А что там такого? А, острик. Подожди, вон, держи. Это остренько или невкусно, я не пойму, это васаби? Фотки летят ко мне прямо в директ. Стоп, ей даже 17 нет. Воу. Я мохнатый мама, покажи мне свой флоу. Из пулемета пули поливаю в ебло. О, осуждаю! Он стекло. Базарь. Севей, я вообще полный севей. Иди, но. Давай. Нет! Там буры вагону, ничего не сбрось. Давай, да, говори. Как так жизнь оборвалась, бля, молодого полковника. Дядь, пиздец, нахуй. Я его в попу трахал, блядь. Строго не спас, блядь, пи... Чё? Прикинь, говорю, строго не спас. А.
Ладно, это я прикинул, кстати. Ау! What the fuck? I was trying to get my res... Строго, ты видишь? Вадя. Шо, нет, не видел. С вами можно будет в КС? Ну, наверное, да. Ебать! Она я просто кусок руки откусила, блядь. Сейчас зайду, а то я... Ебать! Ну, показывай, что там было. Одну секунду, подожди. Хера там в чате болезни полетели. Мне Маша рассказывает, что тетушка какая-то, блядь, при посадочном у нее что-то пикало там, и она пыталась в автобус забежать, блядь, ее увели нахуй. А я, кстати, в самолетах никогда не встречал такого. Я, блядь, реально не встречал никого. Смотри, строго, ты смотришь? Давай, да, смотрю. Вадим, а примерно по скольки ты хочешь собрать? Через 51 секунду. Охереть. Понял. Минуту? В секунду. Да причем тут сиськи, блядь, смотри, да-да-да, сейчас. Смотри, ебать, чел! Ну да, ну сиськи нормальные, кстати, серьезно. Не, сиськи у неё нормальные, базара ноль, но, блядь, у неё кускаровской руки нет. Ау! Куска руки. Ауч. Мага, блядь, нахуй ты покусал реально миру, блядь, я не пойму.